Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Мы продолжаем наш негламурный огород, посвященный в этом году луку и чесноку. Я такой склокоченный немного, потому что закончил сейчас этап работы в теплице. Жарко, хотя и утро. И как раз хороший повод сделать небольшой перерыв. И сегодня мы поговорим с вами о том, нужна ли последняя подкормка. Ну что такое последняя подкормка? Ну, крайняя всегда последняя. Но надо ли в этот период подкармливать чеснок, как правильно принять решение. А еще покажу вам кое-какие сюрпризы и сделаю пробную копку. Начну просто с небольших чудес таких. Не знаю, может быть, кто-то из вас сталкивался. Я, то честно скажу, впервые сталкиваюсь с тем, что у чеснока вот из одного растения, то здесь нету двух зубков, например, посаженных. Вот прямо из одного растения серединки выросло две стрелки. Уж не знаю, это потому, что ему здесь очень хорошо или еще по какой-то причине. Ну, будем надеяться, что ему просто очень хорошо. Обычно в качестве последней подкормки рекомендуют подкормку калием. Это могут быть зольные растворы, это может быть раствор сульфата калия. Если это зольный раствор, то 2 литра на ведро воды золы выболтать. Можно погасить уксусом, 1 литр уксуса туда добавить, дождаться, пока отшипит, и полить. Ну, чеснок можно и без уксуса полить в последнюю подкормку. А также можно использовать, как я уже сказал, сульфат калия. И 1 столовую ложку такую основательную развести в ведре воды и смочить по пролитой земле эти самые посадки чеснока. Но давайте проверим, нужно это делать или нет. Вот смотрите, листочки чистенькие, хорошие, без каких-либо краевых ожогов, никаких признаков нехватки калия они здесь не показывают. Все связано с тем, что мы делали хорошие комплексные подкормки в соответствии с рекомендациями в процессе вегетации чеснока. И в принципе, вот моему чесноку здесь ничего не нужно. Если же вы обнаруживаете какие-то признаки пожелтения, вот что-то в этом роде, да, это означает, что чесночку не хватает, может быть, немножко магния, железа, калия. Поэтому сделайте вот эту последнюю подкормочку. То есть идет отток из нижних листьев питания в луковицу, это нормально. Но если это происходит слишком активно и листья сигнализируют о том, что этого питания не хватает, то сделайте на основе тех растворов, которые я сказал, с калием. Еще добавьте чайную ложечку на ведро воды сульфата железа, железного купороса, и добавьте столовую ложку сульфата магния. И когда вы сделаете такую подкормку, вы будете абсолютно уверены в том, что луковица ваша нальется и сделается такой, ну, очень хороший, полновесный. А если листья в полном порядке, ну, то, в общем, ничего делать и не надо. Ну и давайте сделаем пробную копку чеснока, посмотрим, в каком он состоянии, началось ли окрашивание кроющих чешуй луковицы, как выглядит луковица. Примерно спрогнозируем время выкапывания, уборки чеснока, ну и вообще посмотрим на состояние этих растений. Я взял растение чеснока, ну, в каком-то среднем таком состоянии. Вот, давайте глянем, что здесь происходит. Итак, ну вот сейчас на более такое удобное для меня место отволоку и посмотрим. Конечно, шейка очень толстая, это свидетельствует о том, что здесь только-только-только начала наливаться луковица, только-только-только начался процесс нарастания вот этих вот зубочков. Но вот смотрите, вот эта вот чешуйка первая уже начала окрашиваться, это означает, что азотные подкормки нашему чесночку полностью противопоказаны. Необходимо, если, как я уже сказал, кормить, то кормить только калием, с железом желательно, и с магнием, если пестрота на листиках появилась. Это, кстати, заодно и очень хорошая профилактика для пероноспороза. Очень многие страдают от пероноспороза. У меня пероноспороза нет, мучнистой росы нет, ничего нет. Я работаю биологией примерно каждые 10-12 дней, обрабатываю эти растения. Ну, на самом деле, даже не 12 дней, а 14, потому что я только по выходным езжу. Соответственно, вот раз в 2 недели обрабатываю биологическими препаратами на основе сеной палочки, октоген, антилус, а также обрабатываю и триходермой почву. Ну, я сразу внес и все. Ну, вот видите, здесь обнаружился вот такой слизнячок. Его, конечно, надо уничтожить. Ну, что делать? Ну, придется уничтожить его. Нету слизняки, эти абсолютно не нужны. Надо разбросать вот это самое, затирку, эту тесто повторно, для того, чтобы эти мелочи тоже подохли. Иначе они могут попортить и другие растения тоже. Сама луковица в полном порядке. Нет признаков ни гнили, ничего. Значит, стоит просто дожидаться, пока он нормально вырастет.
А вот еще для интереса давайте выкопаем чеснок, который я высаживал целыми головками. Вот, видите, тут целыми головками, тоже толстенькие стволики. Давайте его сейчас подкопаем. Вот такой вот вырос чесночок. Ну, что я вам могу сказать? Давайте сейчас сравним, да? Ну, тут и без каких-то сравнений и так все понятно. Ну вот чесночок, который рос один, и вот чесночок, который рос при посадке целыми зубками. Ну, разница, ну, мне кажется, что настолько очевидна, что не стоит здесь, ну, как каких-то дополнительных обсуждений, что ли. Я говорил еще осенью, когда этот чеснок высаживали, что внутри видовую конкуренцию никто не отменял, конкуренцию за питание никто не отменял, и несмотря даже на достаточно интенсивное питание, здесь, конечно, результаты очень-очень скромные. Именно по этой причине я этот метод и не рекомендую. Да, вот что такое. Вот эта вот луковица уже такая, ну, уже готовая, она еще вырастет полтора, то и два раза. И что такое вот эти вот луковички. Ну, не буду я больше сажать никогда. Ну, я, собственно, и не сажал. Один раз посадил, не понравилось, а сейчас посадил специально, чтобы, ну, как бы сказать, аргументировать свое мнение относительно этого способа посадки. Что ж, мои дорогие зрители, я занял свое финальное любимое место. Чесночок этот никуда зря не пропадет, пойдет в малосольные огурчики, тем более, что они начали нарастать. Для того, чтобы огурчики нарастали еще лучше, я обязательно в ближайших видео познакомлю вас с индийской подкормкой огурца. Это очень интересно. Я бывал в Индии и знаю, о чем говорю. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До встречи!